Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу Lead Pauset, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов, на экране собираю токены. Вот токены, эти токены, друзья, это, ну, доллары, потому что видите, здесь показано в долларах. Вот криптомонетка Shiba Uni или Uni, как правильно. Я вывела их. Я проверила букс на вывод. Все супер, мне понравилось. Сейчас покажу все. Я вчера поставила на вывод. Сегодня мне денежка, вернее, вот эти монеты, они пришли. Давайте перейдем в историю. Я выводила Shiba. У меня было 13 центов, так, или 13 токенов. Вот они. 0 точка здесь в токенах, видим, да? 0.13 токенов 15 часов назад. Значит, все супер. Перейдем на почту. Вот мне пришло письмо. Вот Coinbase. Вы только что получили 2406 вот этих монеток. Ребятки, обратите внимание на сумму 9 рублей. Ну, почти 10 рублей. Если поднасобирать, так это и неплохо, так как она пока еще очень дешевая, эта монетка. Значит, переходим на Coinbase. Смотрите, я вам в прошлый раз показывала, что у меня вот эта монетка, я ее добавила в избранные, да? Вот, Shiba Uni. Вот она теперь у меня появилась здесь. Ваши активы. Вот она. Это мой первый вывод вот этой монетки. Кликаю. Далее. Получение Shiba Uni или Uni из Light Pauset. Даже вот название, да? Букса. Плюс 2406 монеток. Согласитесь, неплохо. На сумму 9,94 рубля. Ну, у меня кошелек в рублях. Как бы можно поставить доллары, но так как я из России, у меня рубли стоят. 7.11.21 год. Ну, уже и транзакция завершена. Все супер. Естественно, я продолжаю работать. И мне, я хочу сказать, понравилось. Я думала, будет намного меньше этих, как бы, монеток, так как она... Подождите. Да. Вот ее цена за коин. Ну, тут вообще мизер, да? Вот так, если в рублях. Видите? Вот. Ну, а так поднасобирать монетку... Что потом с ней делать? Ее вывести на биржу. На бирже посмотреть, с какой она криптомонетой торгуется. Обменять, в общем, там это все можно сделать. Я на бирже в основном вывожу в лайткоинах, так как биржа Binance. Я сотрудничаю с ней, как бы там. Там на лайткоинах самая маленькая комиссия. Ну, а потом уже перевожу в фиат. Вот. Так что имеет резон собирать эту монетку. Но я прописала. Вот видите, у меня email-адрес прописан. И он уже как бы тут закреплен. Первый раз. Да, друзья, самое важное, самое главное по поводу вывода. У вас вот здесь, или здесь где-то будет надпись. Подтвердить адрес электронной почты. Обязательно нужно подтвердить почту. Так как если вы не подтвердите, то вам не дадут вывести. В обязательном порядке, ребятки, подтвердите почту и работайте. Ну вот у меня уже... А я немножко шортлинг просмотрела. Это, конечно, вообще ужасно. И автофаусет немножечко у меня, раз я просмотрела, заработал. Он уже опять не работает. Но кран. И вот у меня... Что у меня вот... 6 рекламок. Вот. Два раза как-то в день они появляются. Ну, в принципе, это все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно,
пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.